Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Так, у нас начался третий сезон, и к нам, друзья мои, добавили одного нового персонажа. Это Ренет. Вот она. Не знаю, ребята, про этого персонажа абсолютно ничего. Если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И вот, смотрите, у нас тут снежные майки, то есть... Любитель погонять, да? Посерферить. Так, а у меня, друзья мои, вот сегодня открылся Лотус. Я его сегодня получил. И буквально неделю назад я открыл себе Току. Как ты видишь, я их всех немножечко прокачал, но этого мало. Так, что у нас тут с Леонардо? Я не понял, что там? Ага, левел. Ну давай поднимем, так уж и быть. Так, я вам обещал попробовать сегодня пройти Карайку, которую не могу, ребята. Вот она, вот он, этот босс. Я уже целую неделю, а может быть и больше, не мог ее победить. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Вот она. Очень шустрая, быстрая. Но я тоже прокачался, поэтому будем надеяться. Так, скорость только мы с тобой, наверное, уменьшим. Потому что у меня здесь четвертая скорость. Давай вторую поставим, посмотрим. Так, слушай, но клан футовца завалим. Карайка здесь прыгает. Шреддера вот нужно убить нам. И желательно быстрее. Так, Шреддер вот там вот мозги компасирует. Ну давай, давай, родные мои. Бомбить его со спины. Так. Чингис, молодец, красавчик. Так, ребята, сколько у нас? Раз, два, три, четыре персонажа против одной карайки. Я думаю, что здесь победа будет за нами. Я на это надеюсь. Давайте, ребятушки, не подведите. Она, ребята, стакает себе броню. Вот. И за счет этого, в принципе, она выиграла. Но, по-моему, не в этот раз. Ты посмотри, что мы делаем. Ты полюбуйся, мы ее просто зажимаем со всех сторон. Она же даже ничего не успевает сделать. Да ладно, серьезно, что ли, пройдем? Ну, да. Вот это я понимаю. Наконец-то, друзья мои, я ее смог победить. Сколько она у меня нервов вытрепала. Ну что же, а здесь все намного проще, хотя Карайка здесь уже не в виде босса, а в виде обычного рядового моба. Также у нас здесь Гранитор стоит, Клан Футовец и Шреддер. Давай посмотрим. Кстати, мы можем, знаешь, что с тобой сделать? Заменить, например, Донни и поставить нашего Шреддера. Давай посмотрим. Шреддер действительно на самом деле хороший. У него очень мощная, ребята, атака. Одиночная, правда, но мощная. Ты видел, как он клан футовца, ребята? Практически сразу его уничтожил. Так, Гранитор там. Так, подожди. Что-то у нас, по-моему, ребят, тут не особо хорошо все получается. Карайка, как всегда, со своим вот этим вот. Оу, да у нас тут фейлом пахнет, слушай. Рафаэль не потянет один против Карайки. Я уже пробовал, ребят, такую тактику. Бесполезняк. Все равно она шустрее. Хотя здесь можно посмотреть, кто у нас сильнее. Нет. Она бомбит Рафаэля. Она бомбит, она его сейчас уничтожит. Опа. Друзья мои, может быть, я зря поставил Шреддера. Давай-ка вернем обратно, а? Как было. Донни нам нужен, да? Или Бибоп поставим. Нет, давай-ка, наверное... Твою ж налево, кого лучше поставить, а? Давай, наверное, сделаем вот так и вот так. Только Бибопчик мы с тобой уберем назад. Давай проверим. Нам здесь нужны массовые атаки и желательно побольше. О! Вот это совсем другой разговор. Так. Минус клан футовец. Шреддера, если мы с тобой его быстренько запинаем, он не будет нам, по крайней мере, здесь выносить мозг. Тут еще и Гранитор, видишь, мешается нам. Так, минус. Смотри-ка, мы с тобой уже берем Шреддера в разработку. Все, минус. Да, здесь будет побед за нами. Это я уже, ребята, вижу невооруженным взглядом. Все. Донни и Майки победили. Ну что же, мы с тобой переходим на следующий поединок. А здесь все будет на изи, поверь мне. Ну что тут, ну Бибопчик, ё-моё. Ну, он здесь ничего не представляет из себя. Бумс, ты видел, как у меня Чингис делает? А это, по-моему, даже не трек. А, нет, это трек, ребята, трек. Я думал, что это обычный каменный солдат. Нифига подобного.
Тогда будут небольшие неприятности у нас. Так, минус Бибопчик, минус клан Футовец. Нет, еще живет. Давай-давай, Чингис там один на один. Есть, ребята. Он неплохо так мотанул секиры свои и всех нахрапом. Одним, как говорится, взмахом уничтожил. Так, здесь опять трек, я смотрю, да, у нас. И муха. Ну и клан Футовцы. Клан Футовцы для меня, в принципе, это ничто. Для меня. Я думаю, для вас тоже. Так, бросает гранатку. Отлично. Тут, друзья мои, главное уничтожить Бакстера, муху. Или Трега. Я думаю, у нас получится и то, и другое. Так, клан Футовец погиб. Трек сейчас отдуплится, поверь мне. И вот она, муха, остается. Ну, мы на нее все, естественно, налегаем, и она сдается. Прекрасно, друзья мои. Но не забывайте, что следующий босс опять же будет Карайка. Оу, тут Антракс. Антракс, Шреддер плюс Бибоп. Давай проверим, насколько мы здесь будем с тобой хороши. Бибоп мой уже наполучал лещей. Посмотри, сколько у него здоровья. Слушай-ка, но в принципе, я думаю, что Рокстеди здесь. Подожди, что происходит вообще? В этой суете, ребят, непонятно. Так, минус Шреддер. Нет, победа за нами. Здесь остается только лишь Антракс и Рокстеди. Минус. И Антракса мы с тобой всей толпой просто бумс, Чингис со спины своей, как говорится, вот этой секирой. Неплохо, да, звезданул. А по-моему, сейчас будет Карайка. Блин, вот, ребята. Вот она опять, а. Интересно, кто у нее будет помощник здесь? Давай посмотрим. Слушай, но там был Шреддер. Но тут два каменных солдата плюс клан Футовцы. Давай проверим. Давай, я хочу посмотреть, ребята, что из этого получится. Это же просто солдаты, да? Это же не которые стакают броню. Да, это обычные рядовые солдаты. Так что, пш, Карайка, по идее, должна здесь проиграть нам по всем фронтам. Нифига на себе брони тут настакла, эй. Не слишком ли жирно для тебя? Да, ребята, она одна. Мы ее просто сейчас тут прижучим по-конкретному. Да, у нее, конечно, есть способность рывок. Она очень неплохо, кстати, им пробивает наши ряды. Посмотри, сколько он урок следит, отнимает здоровье. Но все равно, извини меня, с такой толпой моих персонажей ей не справится. Тем более у нас тоже есть с тобой два рывка. Это у Рафаэля и у Рокстеди. Все, ребят, мы прижучили ее. Отлично. Второй босс Карайка пала. И мне это нравится. Мне, знаешь, еще хочется посмотреть, кто у нас будет следующим боссом. Так, а здесь, вот здесь команда, ребята, посерьезнее будет. Карайка плюс Антракс и Шреддер. Ну, давай глянем. Очень интересно мне посмотреть. Блин, Бибоп, как всегда, наполучал люлей. Бросает гранату, молодец. Чингис получил урон. От кого столько много урона он получал? Это Карайка, как всегда. Так, Антракса мы с собой уничтожили. Переключаемся все почему-то на Шреддера. Но это правильно. Его нужно валить. У него, ребята, очень сильная атака у Шреддера. А Карайка-то где? Карайка вон присосалась тут. И у нас остается два персонажа, да? Рокстеди. Все, мы убили Шреддера. И все переключаемся на Карайку. Давай, давай, родные мои. Да, Рокстеди добивает ее. Отлично. Слушай, прекрасно. Дай-ка я посмотрю, кто у нас будет с тобой следующим боссом. Так, у нас тут еще и наградушка есть. Окей. А следующим боссом у нас будет с тобой Шреддер. Какая прелесть. Так, Бибопчик, а ты что хочешь? Уровень себе прапать? Нет. Он хочет на себя надеть новую амуницию, так скажем. Отлично. Ну, подожди, а что ты еще-то хочешь, не могу понять. Еще что-то? Вот, все. Ну ладно, друзья мои. Так, у нас... Блин, 5 героев 130 уровня. 5 героев. Ну, у меня ближайшие, это, конечно же, Лео, Ирма и Бибоп. Нет, не Бибоп. Рафаэль. Слушай, а почему Бибоп имеет 123 уровень, а по мощам, ребят, выигрывает? Хотя, нет, они одинаковые. Сколько тебе нужно? 201... А, нет. Ну да, 201 тысяча опыта. А как... Когда у тебя вот этот скилл откроется? На каком уровне, а? Скажи-ка мне, парень.
250 уровень. Нифига себе. Обалдеть. Ладно, ребят. Всему свое время. У нас дальше идут бои. Мы с тобой должны сегодня дойти до Шреддера. Да не то, что дойти, а и завалить его еще. Так, о, командочка-то тут не кислая, я тебе скажу. Антракс, Шреддер, Карайка, Рокстеди. У меня Донателло уже сдулся, прикинь, сразу, моментально. Еще даже не успели играть, начать, уже отдуплился. Бибо поддуплился, йо. Так, Шреддер хотя бы завалим. Не, ребят, тут фейл. Тут фейл чистой воды, ты посмотри, что происходит. Офигеть, блин, они антракс эту. Я даже ничего не успел, ребята, сделать. Так, тут, походу, дела надо менять команду. Походу, дела надо менять команду. Так. Бибоп, мы тебя, наверное, уберем. Поставим Шреддера сюда. Да, как-то не особо хорошо-то получается, если честно. Вместо Дони поставить Лео, может быть. Это будет моя большая ошибка, да, наверное? Давай посмотрим. Надо, ребята, что-то делать с этим делом. Да что ты, Лео, ну... Так, уничтожила, молодец, красавчик. И тут же его тоже наказал Антракс. Тут же, моментально, ребят. Я офигею. Мой Шреддер, что ли, слабее получается, да? Посмотри, вот они один на один дерутся. Ну, Рафаэль тут, конечно, подсобил. Ну, давайте Шреддер этого. Так, он добивает. Мой Шреддер вражеского. Теперь мы переключаемся на Карайку. А, нет, это Антракс, Карайка тут. Да в этом кипише я не пойму, ребят, что происходит, но... Фейлом пахнет, потому что сейчас Чингиса уничтожат, скорее всего. А Шреддера тоже, ребята. Да. Хотя, на самом деле, командочка была даже очень неплоха. Вот теперь сиди и думай, что делать. Нужен ли нам с тобой рывок? Или поставить чисто танкулик, а? Или массовые атаки влепить? Вот тебе и задачка, ребята. Ну, давай попробуем... Так, подожди-ка. Лео, Лео уберем с тобой и поставим, наверное, вот так. Чё-то мне кажется, ничего хорошего в этом не будет. Опять Донателло, бедолага мой, страдает. Карайка переключается, ребят, на Ирму. А Ирма, естественно, сдуется сейчас. По физухе она вообще слаба. Да, ее быстро тут слили. И Дони слили. И Ирму. Слушай, по-моему, тут рывок все-таки рулит. А поэтому нам, наверное, Рокстеди придется вернуть с тобой. И этот Антракс просто меня бесит. Он будет покруче, ребята, чем наш Чингис. Он тоже имеет топор, тоже имеет круговую атаку. Значит, соответственно, массовую. Значит, рывок. Все-таки будем рывок брать, да? Значит, рывок. А у нас с рывком только два персонажа с тобой. Нет, есть еще Мондогека. Бибоп, мы, наверное, тебя уберем, потому что, ну, тут не рулит. Массовый урон, как я понимаю. Может быть, току попробовать, а? Тока не прокачана, ребята. Толку от него здесь, ну, очень мало будет. Хотя посмотрим. Сейчас посмотрим. О, Мондогека уже сдулся, друзья. Уже сдулся. Так, тихо. Не могу понять, ребята. Току сейчас тоже уничтожат. Уже минус. Нифига этот антраксик. Блин, мощный. Ребята, он очень мощный. Обалдеть. Вот я понимаю, на боссах, да, встрять. Но на обычных рядовых мобов... Нет, тут меня распетрушили. К сожалению. Да ну, тут такая команда, я офигею. Подобрали мне тоже, блин. Как я должен с ними тут, извини меня, драться? Они просто уничтожают. Просто уничтожают. Этот один Шреддер, чего только стоит его подбить. Я не знаю, как мне тут быть. Майки, Лотус, блин, я не знаю, ребят. Лео, Лео сразу сдувается. Его бомбят моментально сразу. Бибоп, Бибоп хорош, но опять же его тоже сбивает, ребят, сразу же.
Что бы я тут не делал? Вот как тут? Как вот с ними тут драться, а? Скажи-ка мне на милость. Дай-ка я первую скорость поставлю и посмотрю. Просто попробую разобраться хотя бы. Тут не разобраться ни в чем, ребята. Такой кипишняк. Вот я просто наблюдаю сейчас в данный момент. Ты посмотри, сколько мы наносим урон врагам. Ну, Шреддера-то вольните. Так, Шреддер умирает первым, одним из первых, ребят. Раз, два, три. Опять у них остается Антракс, опять остается Рокседи и Карайка. Тут еще и клан Фут, ведь, блин, под ногами мешается. Да. Просто без вариантов. Ребята, ну просто без вариантов. Я не знаю, что делать. Блин, двух боссов подбил, радостный. Ты прикинь, Шреддер вот где. Я не могу пробить просто обычных бойцов. Че делать-то? Скажи-ка вот мне на милости, вот как мне здесь выигрывать? Ума не приложу. Блин, ну это жестко, конечно. Нифига они тут устроили. У меня Антракс есть, ребята, но он всего лишь двухзвездочный. Понимаешь, что мне от него толку никакого? Лотус, я не знаю, может быть, ее прокачать, она будет хороша. Может быть, ребят, пишите в комментариях. Лотус будет лучше, чем Карайка, или хуже? Именно если прокачать. Мне кажется, мне нужно прокачать вот Рафаэля, Бибопчик моего и Рокстеди хотя бы до 130 уровня. Там уже будет полегче. Ну, я так думаю, ребят, не знаю, выйдет что-то из этого или нет. Нам нужно будет проверять уже. Тогда давай мы с тобой на этом закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!